Автомобиль Mercedes 140-м кузове с пробегом 50 тысяч километров. Состояние просто космос. И что же не хватало в данном автомобиле? Это наша мультимедиа. Мультимедиа размером 10 дюймов. С Wi-Fi, с YouTube, с Яндекс.Навигацией, с любыми приложениями, которые можно скачать на Android-систему. Выполнено это по принципу накладка. Сразу забронировали сам экран, полиуретановую защитную пленку. И теперь можно наслаждаться контентом, который вы так сильно любите. Первое, это навигация, которую можно скачать любую. Тугис, Яндекс, Google карты. И по развлечениям, это онлайн-телевидение, онлайн-радио, YouTube. Короче, все, что можно скачать через Play Market, вы можете установить на данную систему. Также установлена камера заднего вида и парктроник. Приезжайте, установим данное устройство в ваш автомобиль.